Стабильность оленеводческой отрасли региона. 9 декабря в Нарьян-Маре пройдет научно-практическая конференция «Устойчивое развитие оленеводства в Арктике. Традиции и инновации». Промышленное освоение Арктики, традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционный образ жизни. Эти темы станут основными на предстоящем съезде экспертов, органов власти и работников оленеводства. Участники обсудят пути развития сотрудничества недропользователей и кочевников, которые сегодня ведут свою деятельность на одной территории. В докладах прозвучит опыт ведения и развития оленеводчества в северных регионах России и скандинавских странах. Также делегаты намерены осветить тему сохранения кадрового потенциала отрасли на основе традиционных знаний и ценностей коренных малочисленных народов Севера. Инициатором совещания выступил губернатор округа Игорь Кошин.